видимо, не очень хорошо видно на других позициях, поэтому приходится смотреть прямо вот с нашей точки. Подача неплохая, удар головой, и 1-0 в этом матче счет становится. Нет положения вне игры, мяч должен быть засчитан. И что, по-моему, это Стивен Гордюшенко. Шикарная скидка получилась. Все правильно, поздравляют его. Ну и уже на 6-й минуте этой встречи Родина выходит вперед. И, возможно, это домашняя заготовка. Фролкин недоволен этим фактом, конечно, что ему забили. Султонов, Бакаев празднует. Показывает нам Султонова, но, по-моему, Гордюшенко все-таки. Давайте посмотрим по повтору. И кого мы здесь отметим. Нет, Гордюшенко. Гордюшенко на дальней штанге. Да, и здесь скидку ценой травмы делает в этом эпизоде. Клещенко это был. 1-0, так или иначе.